на следующую ночь шторы разбудили девочку. «Девочка, девочка, вставай!» Девочка встала. «Дружок, надоел ты уже со своими историями!» «Девочка, девочка, подойди к окну!» Девочка подошла. «Ночью свои байки трави, а не за завтраком. Эффект не тот!» Шторы схватили девочку и выкинули ее в окно! Гость не в кеды, вот умора! С ума сошел, что ли? Ну ты вообще! Испугалась! Ну все, дружок, ты допрыгался! Держись, теперь я тебя напугаю! Ой-ой-ой, боюсь! Ха-ха, я прямо от страха убегаю! Хе-хе, буду ждать! Счастливо оставаться! Привет! Есть кто дома? Эй, ку-ку! Где вы все? Спите, что ли? Наверняка с Лизкой все придумали. И вправду меня напугать решили. Ха! Ха! Ай-яй-яй-яй-яй! Как страшно! Ну прям волосы дыбом. Ха-ха! Ай! Думаете, я такой же трусишка, как и вы? Дружка напугать невозможно! Моя комната, моя крепость! Не на того напали! А? Кто здесь? Успели, значит, пробраться. Девчонки! Ну-ка выходите, пока я добрый. Нечего вам тут прятаться. Ах, вот вы где! Не испугался вовсе. Так просто покричать захотел. Я вообще покричать люблю. Делать вам нечего. Ну все, надоело с вами в прятки играть. Мое терпение лопнуло. Дружок добрый, но если его довести... Я вас найду. Я вас из-под карандашей достану. Вы меня не проведете. Гвоздь мне в кеды. А-а-а! Ну давайте, выходите уже. Я все равно вас не боюсь. Ну где же вы? Ну хватит в прятки играть. Так нечестно. Ну давайте, выходите уже! Ого! Думаю, маме эта обстановка очень понравится! А где вы прятались-то? Вы с Лизкой? Вы с Лизкой? Нигде мы не прятались! Я только из школы пришла, а она задерживается! А ты что, не собиралась меня пугать, что ли? Ой, а я и забыла! Спасибо, что напомнил! Я тебя завтра напугаю! Готовься! Как страшно! Ой, как страшно! Прям волосы!
бороться дыбом. Дружок ничего не боится. Твои веки с каждым разом становятся все тяжелее. Ты закрываешь глаза и погружаешься в глубокий сон. Лиска, смотри, как я могу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ах, ничего глупее в жизни не видела. Посмотри в зеркало. Нет ничего глупее, чем этот твой гипноз. Ох, закройте глаза. Ух, поднимите руки. Попрыгайте на одной ножке. Вот загипнотизирую тебя, и будешь у меня прыгать на одной ножке. Ха, ладно, давай, я не против. Посмотрим, что у тебя получится. Ты закрываешь глаза и погружаешься в глубокий сон. Когда я щелкну пальцами, ты встанешь и откроешь глаза. Когда я щелкну, ты поднимешь руки и будешь прыгать на одной ноге. Ну и кто теперь из нас выглядит глупее? А сейчас я щелкну, и ты будешь думать, что ты курица. Я дружка в курицу превратила. Но он же на самом деле не курица. Он просто так думает. Это гипноз называется. Да. Сознание порой способно полностью измениться. Сознание у дружка, похоже, осталось прежним. Сколько раз ему говорил, что курицы не кукарекают. А хочешь, дружок станет лошадкой и будет меня катать? Когда я щелкну, ты будешь думать, что ты лошадь. Повторяю, когда я щелкну, ты будешь думать, что ты Только мне это не нравится. Когда я щелкну, ты будешь думать, что ты опять дружок. Ну же! Он может остаться курицей до конца своих дней. Ты дружок! Спокойно, я сейчас все исправлю. Эй, дружок, давай твой любимый футбол сыграем. Или в теннис. Видимо, фактор памяти отключен. Попробуем более жесткий метод. Да, вот что бывает, когда за дело берется гипнотизер-дилетант. Неужели дружок больше никогда не будет прежним? И я буду по нему скучать. Дружочек, миленький, но очнись, пожалуйста. Цыпленочек мой, ох, да что же я наделала?
больше никогда не буду заниматься этим ужасным гипнозом. Ха-ха, вот и правильно. Все равно у тебя ничего не выходит. Да, да, не выходит. Что? Что? Ты все это время притворялся? Ну, в общем, да. Простите, не смог удержаться. Ах так, вот я тебе покажу, как не смог. Я сейчас тоже не буду сдерживаться. А ну иди сюда, я тебе покажу. Пап, ну чего ждать? Давай уже прикрутим этот звонок. Сынок, с электричеством не шутят. В 11 часов закончится мамин сериал, и мы вырубим свет в квартире. Вот тогда и прикрутим. Пап, а ты очень занят? Очень, доченька, очень. Папа чинит кнопку. Что-то не хочется опять в кино. Пошли лучше на танцы. Перезвони мне через 5 минут. Послушай, сестричка, когда я попросила оценить мой макияж, ты мне что сказала? Что косметика тебе уже не поможет. Так что и от меня помощи больше не жди. Ген, ты мне сочинение по природоведению напишешь? Тема «Бабочки в период зимней спячки». Интересная тема, но сейчас не могу. Геночка, ну пожалуйста! Ну что за привычка отвлекать ученого от научной работы? Зачем вести себя как динозавр? Сам ты динозавр, а я, может быть, и поученей тебя буду. Да, и какие, простите, науки вы практикуете? А всякие, например, черную и белую магию, вот. Ух ты, какая сложная наука. Ну-ка продемонстрируйте мне ваши способности. Ха-ха, а я посмеюсь. Перезвони мне через 5 минут. Пожалуйста. Сейчас в нашей квартире зазвонит телефон. Это совпадение. Ах, совпадение. В 11 часов закончится мамин сериал, и мы вырубим свет в квартире. Свет, заклинаю тебя, пропади! Теперь понял, кто из нас динозавр? Ты неудачный ученый или я могущественный черно-белый маг? По теории вероятности, такое совпадение, да еще 2 раза подряд, 1 к 1000, к миллиону, это невероятно! Ты изменила мою картину мира! Вот так-то! Лиза, ты научишь меня своей магии, а я тебе любое сочинение напишу. Ну так и быть, возьму тебя в свои ученики. Светло, темно. Светло, темно. Oh!
Геннадий, ты прошел обучение и теперь стал парноплавным магом! Никогда бы не подумал, что так быстро стану магом! Да-да, поздравляю! А теперь ты должен написать любимой сестренке сочинение про бабочек! Больше никакой науки! При помощи колдовства столько всего можно сделать! Да я же теперь горы сверну! Полет на Марс, на Венеру! Гена, сочинение! Ах да, сочинение! Так зачем мне тебе его писать? Я его тебе наколдую! Сочинениус, написаниус! Все, готово! Спасибо, Лизонька! Ха-ха-ха! Новая жизнь! Волшебство! Ну вот, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам! Ага, алоэ, ромашка, календула, полынь! Лизка, помнишь, сегодня твоя очередь мыть посуду! Ничего я мыть не буду! Мне некогда! И вообще, скоро все домашние дела за меня будет делать же... Ой, неважно кто. Кажется, у некоторых появились секретики. Смешать алоэ, полынь в равных пропорциях. Это я уже читала. А, вот. Вызывать джина нужно в полночь в пустой темной комнате. Ага, так и сделаю. Джина собралась вызывать. Ха, вот развлекуха. Я не я, если не повеселить по полной. Лампиус, Мананхрямпиус, Бархатиниус, Керосининиус, Джиниус, Тридиниус, Джин, явись! Джин, ты пришел? Я не Джин, я его заместитель! Теперь Джин является самым достойным! Короче, ты должна пройти испытание! Ой, а оно трудное? Да не, ерунда! Слушай внимательно и запоминай! Ага! Это тебе подарок! Ого! Спасибо, сестричка! А ты чего такая добрая? Джиниус! Пхидиниус! Эй, заместитель! Я сделаю все, как ты сказал! Подарила телефон дружку! Теперь твой джин всегда будет мыть за меня посуду, пол, делать уборку и уроки! Это еще не все! Ты должна заслужить полное доверие! Слушай и запоминай! Завтра ты должна пойти в школу в ластах. И еще, надень маску с трубкой и постоянно говори «Буль, буль, буль!» После этого к тебе явится джин. Не буду я булькать, я уже миллион твоих глупых заданий сделала. Так, зови своего джина. Я лучше знаю, когда кого звать. Гвоздь не в кеды.
Не хочешь повиноваться? Ничего не получишь! Ясно? Выполнишь задание, будет тебе джин. Не выполнишь, ничего не будет. Но это мы еще посмотрим. Милостивый заместитель, прости меня. Я сделаю все, как ты сказал. Но у меня нет ласт и маски. Может, добрый джин мне их подарит? Ладно, так и быть. Через час приходи на это же место. Будет тебе маска с ластами. Замри, несчастный! Не топким прощу тебя в жабу! Не будь я великим джином! Как ты посмел использовать мое честное имя, самозванец? Ты должен искупить свою вину, иначе всю оставшуюся жизнь ты больше никогда не забьешь ни одного гола. Не надо, пожалуйста, джинушка, миленький, прости меня, а? Тогда с сегодняшнего дня ты должен исполнять все желания своей прекрасной сестры Лизы. Ой, дружок, какой ты сегодня хороший. Сам в шоке. А может быть, ты еще вымоешь в моей комнате пол, а еще почисти мои новые туфли, вытри пыль во всей квартире, сделаешь уроки и все. Ну что, в школу идем? О, мяч! Быстрый, техничный и опасный. На поле псы, в футболках красный. Упс. Поосторожней. Не упс, а псу. Что означает плод улучшенный, сочный. Выведенный мной в научных целях в единственном экземпляре. Ха! А он хоть съедобный? Ни с чем не сравнимый изысканный вкус. Правда, его еще никто не пробовал. Время созревания не наступило. Пошли, в школу опоздаем. Слушай, совсем забыл. Тетрадь по химии на столе осталась. Ну ты же меня знаешь. Все в последнюю минуту. Ты в общем иди, я догоню. Только одну псушечку. Гвоздь не в кеды. Изысканные. Ни с чем не сравнимые. Просто объедение. А я тебе говорил, что лучше подготовиться к контрольной, чем пытаться сорвать урок. А дрожжи надо было кидать не раковину. Варварство! Погубить научный экспериментальный образец! Ни стыда, ни совести. Ведь Гена, никто и не признается. Даже не покраснеет. Боюсь, мы так и не узнаем, кто же слопал твой научный труд. А вот и покраснеет. У этого растения есть один неприятный побочный эффект. Какой? Недозрелый псу окрашивает того, кто его съел, в красный цвет. Вот вечером мы поглядим. Кому-то сильно не поздоровится. Клянусь Мичуриным! Ну надо же! Ну как же так? Кажется, я уже краснею. Надо что-то придумать. Футболисты классные, на поле только красные. Футболисты классные, на поле только красные. На поле только красные! Точно! Надо сделать так, чтобы все стали красными, а не только я. Пойди тогда разбери, кто эти несчастные ягоды съел.
Ромашка, ромашка, белый лепесток. Шампунь и краска для волос в одном флаконе. Ну надо же, шампунь с краской для волос перепутала. Пропало завтрашнее свидание. Малыш, опять весь извозюкался. Давай я тебя вытру. Ха, вот так-то лучше. Лизка, прикинь, хотел сегодня с тобой в кино сходить на фильм ужасов. Но таких малявок, как ты, не пускают. Ха, так что пролетаешь. Извини. Ну ничего, в выходные сходишь с малышом на мультики. Для малявок самое то. Тоже мне. Сам ты мелкий. Нет, Ген, ты только посмотри на них. Ну как специально? Честное слово. Теперь мы точно не узнаем, кто же поживился твоими ягодами. О чем это он? Малявка. А ты, дружок, значит, не ел. Ведь ты вовсе не красный. Нет. Эх, дружок, дружок. Никакого побочного эффекта нет. Да и про ягоды, кроме тебя, никто не знал. Я сказал, что от них краснеют специально. Думал, что в тебе заговорит совесть. Но тебя ничем не проймешь. Генка, ну извини. Эти твои псушки и правда очень вкусные. Ну не удержался я. Ой, Ген, кажется, твои ягодки подействовали. Похоже, побочный эффект все же есть.